Привет! С вами типа новости Апекса. Где-то час назад слили информацию, что в этом шестнадцатом сезоне мы получим реактивный скин на Каустика. Перед вами арт, который сделан на основе второй стадии финальной версии. Только вот мод будет не зеленый, да и глаза будут светиться только в третьей стадии. Цена, конечно же, вас порадует и будет около 160 долларов. Но я обязательно расскажу в одном из следующих роликов, как сэкономить на донате более чем 20%. Я использую этот способ уже давно и с успехом. Подписка, лайк и дебаты в комментариях ускорят процесс выпуска данного видео. Я на вас рассчитываю. Ну и также нам показали слив реколора реликвии Ботхаунда, выполненном в золотом стиле, как и кунай рифы. Данный рекорд мы получим в начале 17 сезона Apex. Также я более чем уверен, что под каждый следующий рекорд реликвии в Apex для старых легенд будет производиться добавление анимаций их осмотра, как это было с Кунаем в этом 16 сезоне. Все же оценили новые анимации Куная на рейв? Напишите в комментариях, будет интересно обсудить. Ну а с вами были типа новости Апекса. Подписка, лайк и конечно же было бы здорово, если бы вы поделились своими впечатлениями в комментариях от увиденного. Пока-пока.